Приветствую снова вас на своем канале. Надеюсь, видео вам понравится. Оно такое красивое. Будет результат работы невероятный. И я, естественно, всю красоту покажу. Я возле памятника Язепу Дроздовичу. Я раньше рассказывала, это наш белорусский Леонардо да Винчи. Очень интересная у него биография, работы. И вот так вот есть в этом видео частичка лета. Я долго не выкладывала, не было времени смонтировать. И вот он, месяц июль. Все так вот по-летнему. Я очень люблю лето. И давайте же посмотрим посуду. Это художественный дом Угринович, который находится в самом сердце Минска, Троицкое предместье. И здесь можно посетить мастер-класс по изготовлению керамической посуды, самим, то есть быть участником создания вот такой вот посуды, то есть даже сделать именные тарелочки, именную чашечку, именную блиницу, дуршлаг. Очень большой здесь ассортимент той красоты, которую вы можете сделать. Также здесь можно попить кофе, чай с пирожными. Цены здесь невысокие, и можно насладиться. А как же здесь красиво внутри, это просто невероятно. И также можно не только изготовить, посетить мастер-класс по изготовлению посуды, но и приобрести посуду уже готовую, невероятную. Особенно мне нравится, что всегда преобладает какая-то вот тема цветов белорусской природы. Здесь вы можете купить посуду, вот как вы видите, и с клевером, и с одуванчиком, и с подсолнухом, и маки, и волошки, это по-белорусски васильки. Также можно отдохнуть на диванчике, это мы ждем, у нас время определенное на мастер-класс, и вот можно рассмотреть сирень. Вот кто чем вдохновляется, также здесь есть чудесная книга, где можно почитать про разные цветы в искусстве. Я даже не видела такой книги в продаже. И здесь не только очаровательное кафе, мастерская, здесь даже туалетная комната невероятная. Здесь, как видите, стена украшена разбитыми осколками, все сделано так вот специально. Я обожаю, я раньше в детстве очень часто ездила в город Ушачи, и там, помню, была стенка, и в эту стенку монтированы разные осколки посуды. Даже до сих пор помню, был осколочек от чашечки в горошек красный, и вот у меня такие приятные воспоминания. Но здесь все так эстетично. Также хозяйкой этого места является Ольга Угринович, очень творческая личность. Также здесь можно приобрести ее картины невероятные, рассмотреть их. А это мы уже в мастерской надели свои переднички и будем творить. Также помогает руководитель, и вот уже все готово: глина, керамика, причем фарфоровая керамика. Будем наносить отпечатки растений. Для начала хочу показать изделия керамические, которые мы вместе с сыном делали год назад. Это вот такая вот тарелочка для каши с черникой. Вот такая вот обратная сторона, то есть это было год назад, 16 июля. И аббревиатура моего имени, отчества, фамилии. Также тарелочка к этой каше. Очень люблю эти изделия. На мой взгляд, они фееричные и стоят того. А сын у меня сделал вот такую вот кружечку. Тема здесь уже лаванда. И, конечно же, эти цветы невероятны. И хотя кажется, что где-то напортачил, потом на выходе получаются очень красивые изделия. Теперь я с удовольствием пью чай с кружки сынишки и кушаю кашу вот с этих замечательных черничек. А теперь перейдем к тому, что я получила спустя месяц после того, как мы были на мастер-класс. Мне позвонили, и я получила керамические изделия новые.
Это вот такие вот пирожницы. Я давно уже грезила ими. Хотела именно кушать тортик вот с такой вот пирожницей. И хотела именно такие простые цветы, чтобы были изображены. По идее, может быть, надо было продолжать тему черничек или лаванды. Ну, я человек не повтор, поэтому решила, пускай будет у меня разнотравье. И вот так вот выглядит на выходе. То есть после того, как они запекли эту глину, разрисовали, заглазуровали, я точно технологический процесс не знаю. Вот такие вот одуванчики. Обратная сторона, опять же, аббревиатура моего имени, отчества, фамилии. Вот число. И, конечно же, я рада. Еще, кстати, не ела тортик из этой пирожницы. И вторая пирожница — это клевер. Долго я думала, какой второй цветочек выбрать. И тоже здесь вот мои инициалы. Все красиво, невероятно. Даже я заметила, что вот эти вот выступы я сделала довольно-таки аккуратно. Сейчас покажу, что сделал мой сын. Это очень феерично, на мой взгляд. Сын сделал вот такой вот листик и две пиалы. Вот можно кушать суши, сюда наливать соевый соус. Здесь он свои значки поставил. Я не знаю, что это означает. И вот так вот выглядит пиала вблизи. Очень интересно, конечно, она сделана. И даже девушка, которая выдавала мне эти керамические изделия, сказала, что если вот так вот сделать, то будет лягушка. Или вот так вот... То есть, и еще забыла отметить, здесь вот такие вот уже подставочки сделаны, очень интересные, и тоже я хочу именно покушать суши и их обмакивать в соевый соус в этих пиалочках. Очень интересный наборчик, и здесь... Такой вот видно, что не просто керамика, здесь не пахнет такой вот дешевой самобытностью. Здесь благоухает благородной керамикой, причем, насколько я знаю, это фарфоровая керамика. И теперь скажу стоимость. Насколько я помню, вот это стоит мастер-класс 65 рублей. И вот эти две пирожницы, там, по-моему, тоже в районе 65 рублей. И я покажу, что было в июле, какие мастер-классы, то есть что еще можно сделать. То есть вот мастер-классы в июле, и вот здесь все подробно показано. То есть Угринович Ольга, это Телеграм, я подписана, естественно. Вот лепка листика и двух пиал, и лепка конфетницы, сердца и пирожницы, но не было у них каких-то форм, поэтому я сделала просто две пирожницы. Тоже можно было сделать... Вот как лаванда, выбрать такой цветок, ну выбрала я клевер и одуванчик, тянет меня к простоте. Также можно лепка чайной пары или набора для завтрака, но вот для первого раза, на мой взгляд, вот кружку делать сложновато. Конечно, там помогают лепка двух пирожниц с надписями и без, лепка ягодного набора, дуршлага и блюдца. Когда ягодный сезон, очень выгодно делать такие. Я снимаю в августе, поэтому сейчас сезон черники, и выгодно было бы сделать дуршлаг такой. Ну, это такое сезонное явление, поэтому лучше тарелочку для каши. Также лепка винного набора, хлебная тарелка и сухарница. Кстати, очень красиво. Лепка и роспись авторской чашки. Лепка лесной тарелки с мухоморами. Это вот действительно фееричная. Лепка лесной чашки с мухоморами. Лепка блюда диаметр 26 сантиметров с гербарием даже. И лепка ангобная роспись блюда. Вот что значит ангобная роспись. То есть это надо расписывать. Ягодница с дырочками или миска без дырочек. Лепка и роспись авторской тарелки. Лепка и роспись тарелки цветка. И вот у меня сын хотел на лепку зоочашки. Можно и взрослым. Тоже очень милое создание. И, конечно же, есть индивидуальные корпоративные мастер-классы. Ну, я не пользовалась этой услугой. Вообще там очень замечательное кафе. Интересная владелица этого места. Уже есть вот здесь вот даже можно ознакомиться, сколько что стоит. Вот у нас был мастер-класс, насколько я помню, 12 июля. Лепка листика и двух чайных пиал. И было очень интересно. Также здесь вот можно посмотреть, пролистать и увидеть, конечно, тут все феерично, посуда фееричная. Вот уже расписание на август, что можно сделать в августе.
Вот такие воспоминания оставляю в этом ролике. Напишите, как вы относитесь к такой керамике, вот именно к таким вот изделиям. Ну, мне кажется, молодцы, конечно, вот этот дом Угринович, что они делают такую красоту, там все красиво, и подносы, и, конечно же, хочется туда приходить и приходить. Всем желаю самое главное здоровья, вдохновения, и чтобы хватало сил на разные мастер-классы и, конечно же, денежек. Пока-пока, увидимся в следующих видео.